Приднестровские фермеры приступили к сбору арбузов. Сезон в этот раз начался поздно. Из-за холодной весны многие земледельцы решили не рисковать и бахчевые культуры посадили позже положенного срока. В этом хозяйстве возле Малоежц собирают первый урожай. Под бахчевые здесь отвели свыше 12 гектаров. Арбузы продают на рынках и вдоль трасс. Цена постепенно падает. Сейчас наши местные арбузы уже 5-6 рублей за килограмм. И в дальнейшем бахчевые будут еще дешевле. Сейчас, конечно, на рынке арбуз, скажем так, более дороговатый. Я думаю, что пойдет более массово местного арбуза. Будет цена чуть-чуть ниже, и все его в достатке найдут и покушают. Аграрии ждут в этом году хороший урожай бахчевых. Арбузы и дыни успели напитаться влагой и теперь дозревают под солнцем.